Здравствуйте! Я здесь приветствую всех зрителей моего канала, подписчиков и беспартийных. Так получилось, что на два моих последних видео я получил шквал комментариев. И знаете, было множество комментариев от россиян, и большинство из них YouTube заблокировал. Самые безобидные из них были такие: «Так вам, фашистам, и надо». Но было множество людей, которые меня поддержали. И я вам благодарен. Многие из вас рассказывали свои истории, приводили факты, которые мне были неизвестны. И вот ради таких зрителей я веду свой канал. Мы, немцы, из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии. И нас было много миллионов. Нас было много, но наше поколение уходит. Мы еще помним рассказы наших родителей, бабушек. Рассказы о том, где мы раньше жили, как мы оказались в казахских степях. Многие из наших родителей помнят, как проходила депортация, преступление, за которое перед нами до сих пор не покаялись. Больше того, мы и сегодня в глазах подавляющего большинства россиян являемся предателями. Но раньше нас не любили за то, что мы просто были немцами, а сегодня за то, что мы уехали из этого концлагеря. Так мне пишут много моих бывших знакомых и кое-кто из моих бывших друзей. Не все, но многие. Беда в том, что вместе с нами исчезает история. Наши дети никогда не знают свою историю, никогда, если мы по этой истории им не расскажем. Вы поймите, вся надежда только на наше поколение. Я призываю вас делиться своими фотографиями. Возможно, кто-то успел снять на видео то, как мы жили, где жили. Позвольте увидеть это тем, кто не имел такой возможности. Ведь подумайте, в те годы очень многие из нас обладали видеокамерой, а хотя бы даже фотоаппаратами. Вы подумайте о тех, кто уехал из совхозов. Маяк, Славянка, Бахт, Погранка, Бурная, Бустыри, Ананевы. Ведь у наших стариков не было ни сил, ни возможности заснять все это. Им было не до этого. Они выживали. Выживали и поднимали нас. Рассказывайте ваши истории. Если возможно, запишите ваш голос. Да хоть на телефон. Вы не знаете как. Попросите своих детей и внуков. Вам кажется, наверное, что вы не очень хорошо говорите. Глупости. В нашем возрасте важно не то как, а что мы говорим. Взгляните на меня. Я похож на диктора центрального телевидения? Нет? И слава богу, что не похож. Специально для вас я опубликовал на своем канале почту и организовал канал в Телеграме, чтобы вы могли выкладывать ваши истории, видео и фотографии на мой канал. С вашего согласия я их опубликую. Повторяю сейчас, только с вашего согласия. Без вашего согласия никто ничего не узнает. Вы опять не знаете, как это сделать, как выложить видео на Телеграм-канал. Для этого опять существуют ваши дети и внуки. Вы скажете, у них нет времени, их это не интересует. Да, многих не интересует. Тогда обращайтесь ко мне, и я вам обязательно помогу. И поверьте, настанет время, когда ваши дети и внуки захотят все узнать. Дайте им эту возможность. Потом такой возможности больше уже никогда не будет. Потому что не будет нас. А я с вами не прощаюсь. Я вам говорю до свидания. И мы обязательно снова увидимся.